Всем привет! Красно! Красно! Представляете, забыла вам сказать. Привет, мои лапули лапатули. Друзья мои хорошие, в Турции есть тоже обувные мастера, где делают ремонт. У меня тут новые сапожки, и там проблема. Вот такие у меня сапоги, классные. Сейчас я скажу, марка не вижу. Харли Дэвидсон. Но здесь у меня сзади что-то там натирает очень сильно. И вот решили принести сюда, посмотрим, что и как получится. Новые сапоги, я только два сезона одела. И вот смотрите, какая тут мастерская. Я смотрела и решила вам снять. Мастер сам сидит. Как у нас в Грузии, такие тоже мастерские. Я раньше думала, что здесь выбрасывают обувь сразу и покупают новое. Но есть такие, которые вот ремонтируют. Сейчас он думает, мастер, что можно придумать. Ну вот, смотрите, сегодня пятница. Решили так спонтанно выйти погулять. Я в эти дни рано встаю, поздно ложусь. И уже такое полусонное состояние. Наработалась, приготовила обед на ужин. Вышли мы на этой сирийской улице. Дашка. Дашка меня зовет, иду, что там она придумает. Одела я мои сапожки. Он что-то там постучал, расширил. Не знаю, посмотрим, как получится. Проверяем мы, будет натирать или нет. Они немножко мне какие-то были очень... Я их на солнце сама виновата сушу. На солнце нельзя сушить. Ходим с Ашкимом, гуляем, круги делаем. Ой, Ашким! Насылся, Ашким? Хава насыл, Ашким. Ярин? Чекма колур мы, джумарки си пазаргин. Ясак? Ясак, да. Эвин этрафында долашабилис. Возле дома можно, а здесь далеко нельзя. Sen iyi misin? İyi. Я как под этим, под снотворным хожу. Что со мной происходит эти дни вообще? Ой, столько новостей. Насчет моего предчувствия, ну не могу вам сказать, пока еще не готова. Все-таки предчувствие мое меня не подвело. Но об этом я, может, когда-то расскажу, но не сейчас. Пришли обратно. Так, друзья мои, мы находимся в районе Соли Пампелиос. Вот достопримечательность. Еще раз показываю вам. Вы, наверное, уже изучили мой район. Вот в ту сторону, если направляться, там очень много рыбных ресторанов. И наш ресторан, где мы летом очень любим веселиться, станция. Ну, а в эту сторону, эта сторона улицы, которая приведет вас к форуму. Финиш и хир. Вы немножко понимаете, куда я иду? Состояние полусонное, я бы сейчас заснула с таким удовольствием. Смотрю, волосы выросли у меня уже, краситься я уже записалась моему стилисту, колористу и на маникюр тоже. В начале февраля пойду. Но я потеряла Ашкима. Куда он делся? Ашким куда делся?
Я переодела свою обувь на белую. Мои белые ботинки, и я не могу найти моего мужа. Все мои я потеряла мужа. Что-то зашел в магазин какой-то, пока я разговаривала. Сейчас я ему позвоню. Любит такие магазины. Хозяйственные. Вечно что-то покупает. Так, друзья мои, я нахожусь в магазине, в хозяйственном, и покажу вам, что здесь, что продается. Но я не вижу, к сожалению, без очков, и цен не знаю. Купила я вот себе вот такие лопаточки. Тут двойная маленькая кисточка и лопаточки. Мне очень понравились. Короче, нет, дур. Но кое-что мне понравилось. Вот это для пиццы тоже. Так. Вот такой вот магазинчик. Так, посмотрим. А, ну это не для кухни. Это все не для кухни. Для кухни здесь мало что есть. Лампочки, шмампочки, аж кымбура, да. Так, вот. Шкамины большие стерсон. Такая посуда. Так, это что за вазы такие или для свечей красивые, да? Не так сейчас, вот это мне очень нравится, но Ашкам пока говорит не надо. Кстати, сколько она стоит, посмотрите сами, 140, да? А эти 70. Да, дорогая эта вещь. Мне очень понравились, смотрите, какие красивые. Хат. Все, спасибо. Разрешили нам. Все, ну дышки мне бурдаем. А это вот что такое, не могу понять. Бунечин. А, это для цветов. Для цветов. Вышли погулять, а вот кое-что и прикупили. Вот это мне понравились. Таким вещам я неравнодушна. Все. Зашли еще в один магазин. Посмотрите, какую красивую я купила. Две картины, вторую покажу. Столько было чего выбрать. Выбор большой, но остановилась на двоих. Очень красивые, посмотрите. Очень, не так ли? Может эту взять? Не знаю, очень, да. Так, такое тоже есть. Может такое купить мне? Сама не знаю, ну что-то мне тянет на золото. Смотрите, какие красивые. Тоже такая яркая. По-моему, я выбрала самый хороший. Не так ли? Вот еще покажу здесь. Надо чужик. Глаза закрыты. Оригинальная, не так ли? Это турецкая актриса. Вот такой вот мы взяли. Это тоже классно. Вода Гюзель. Короче, я растерялась. Растерялась.
Ну, купили мы две квартиры, потом покажу вам. Все. По мамашке пошли мы с покупками. Видите, сколько купили? Сейчас покажу вам, что мы купили. Купила себе такую керамическую маленькую сковородку. У меня такая страшная уже была, выкинуть надо бы. 40 лир она стоит. Купила для картошечки тоже такое. Так, Ашкам захотел вот коврик в туалет. Мялды Ашкам. А Ашкам купил, поменяет сейчас там в унитазе. Я себе такую маленькую мисочку взяла. Еще покажу сейчас вам, что я купила. Ну, вот эти две маленькие щеточки. Вони Ашкам. Звонок. Дільсена? Зіля Алден? И вот поменяет, наверное. Он любит часто менять эти вещи. Еще вот купили. И для картины. Кюзелевет. Вообще, Ашкам очень там много чего есть интересного. Он все умеет делать по дому. Ашка Шелер это хорошо. Ага, аферин, аферин. Любит возиться с этим делом. Все сам умеет поменять. На ужин я приготовила вот такое прасо. И сегодня добавила сюда и курицу в грудинку. Чтобы было сытнее. На два дня нам хватит. А вчера я приготовила, не показала вам, вот такая еда моя. Он мне вообще не поел ее. Ашкам сузбирас. А вчера вот приготовила вот для себя такое и для нас. Но Ашкам не покушал. Шир-шир-шир-шир-шир-шир-шир-шир. Купили для мыла, мыльницу такую. Сейчас на кухне поставлю ее. Поменяем.